Курьезный и одновременно милый инцидент произошел в прямом эфире на одном из местных телеканалов Турции. К ведущему передачи «Доброе утро» пришла в гости кошка. Она запрыгнула на стол и уселась на газеты. Журналист был невозмутим. Он сказал, что в студии появился неожиданный гость и продолжил обзор прессы. На этом похождения кошки не закончились. Она прошлась по всему столу и уселась на ноутбук. Тут уже пришлось звать на помощь ассистентов. Кстати, рейтинг передачи заметно вырос и набирает десятки тысяч просмотров.